Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть с Binding of Isaac Afterbirth. Чё ж нет-то? Да, давайте погридим. Кем мы погридим? А мы погридим... Лилькой? А чё б нет? Давайте погридим Лилькой. Кто против? Я нет, мне нравится. Чё дают? Повышение здоровья. А почему бы и нет? Пусть и дают. Ключа, конечно, нет? Нет? Ключ? Anybody ключ? Please, somebody ключ. Опаньки. У нас не одна, там же их две. Наверняка, да. Так, тут, в общем, какой-то полный отстой. Смотреть не на что. Все какое-то унылое. Да. Ну ладно. Сейчас мы двумя помощниками всех задамажим. Это же круто. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Ой-ой-ой. Там еще кто-то есть. А нас к этому не готовили. Таки да, там еще две башки вверху. 3 тонны мух сейчас прилетело. Вот спасибо. You are welcome. Очень здорово. О, нет. Быстренько, хоп. Теперь у нас 3 помощника. Наконец-то этим бошкам нанесем. Ох ты, елки. Что делается-то? Ну, уходите отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё их так много-то? Это всего-то 6-я волна. Ого-го-го. Чувствует башка надолго там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё, реально нереально много. Страшно представить, что на боссах будет. Что будет на боссах? И вот те на. 8-я волна вся в червях. Ну ничего, ничего, все нормально. Зато у нас 4 помощника. Так что так вот так. Вот так вот. Это к нам гридить до Нового года, следующего. Так, итого. 18 монет. Ну, нам-то ничего не брать, потому что надо сейчас боссов бить. Вот здорово, как, какой классный босс. Какой чудесный босс. Как вообще, это незаконно таких боссов сейчас подсовывать. На первом-то на уровне вот такой босс. Вот блин. Как он так быстро прыгает? Чё-то я это не успеваю реагировать. Совсем уже потерял сноровку былую. Да быстрее добивает. Вон следующий сейчас появится. И это Дингл еще лучше. И не один, а... Так как он попал-то там? Я же за горшком специально спрятался. Плохо спрятался. Надо было делать все лучше. Как бы намекает игра. Игра как бы намекает, что играю я хуже, чем вот эта фекалия. Ну, елки-палки, наконец-то. Теперь следующий вопрос. А что же будет, если вот так сделать? 6 червей и еще с пауками. Ну, чтобы мало не показалось. Кому-то показалось мало. Ну, не-не-не-не, вот, спасибо. Всех задамажили. Остается у нас здоровье аж ровно 2 сердечка. Ну, хорошо, хоть повысили здоровье, хоть так. Да, первым артефактом, хоть что-то хорошее. И тут всякое... Никакое. Полет за 2 сердечка. Это вот как они представляют, что я... Куплю за 2 сердечка, чтобы персонаж подох? Это возможно? Ну, возможно, но зачем? В общем, такое. Ладно. Ну, что тут взять? За эти ваши деньги? Ну, хорошо. Ох, здоровья стало больше. Дамага что-то не видать. Как-то печально. Ну, зато ключики есть. Надо было бомбу лучше взять, камень с крестиком взорвать. Но нет. Но нет. Это слишком просто.
Так, это проклятие, которое мы не видим, какие есть у нас. Сколько сердечек у персонажа? Ну, сколько? Ну, два красных, такое было. А тут... Типа, стреляет быстрее. Джастис, окей. Скорпион. Отравленные слезки. Ну ладно. На самом деле как-то не очень. И тут вообще... Ну, что это? Даже не знаю, как-то уныло. Ну ладно. Понеслась. Отравлены ведь слезки. Должны как... Ой. Ой-ой-ой. Не терять здоровье, вы чё? То мы потом не справимся ни с чем. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, на. Чё-то не отравленное, отравленное, а как-то... И не сказать, чтобы они от этого яда издыхали, все эти монстры, что вообще не радует. Вот колобки. Ну-ка, подохли. Ну, что-то есть, ладно. Чё, жаловаться? Есть же ж эффект. Дохнут. Вот и все. Какие проблемы? Ай-яй-яй-яй. Вот такой. Нельзя даже нос почесать, сразу куча врагов. Отвернешься почесать нос, и все. Ой-ой-ой, сколько их тут. Особенно белый плохой. Вот он пауков плодит. Все, это была восьмая волна. О, восьмая волна, какое счастье. Но мы никуда уйти не можем. Потому что иначе боссы пропадут, и нам придется их бить с одним помощником. Это не весело. Совсем. А че он не отравляется? Она... Жадность. Спасибочки. Осталось что, половинка сердечка или целая? Еще эта гадость прыгает. Вот ее-то отравляет. Тут все нормально. Кто такой паук? Злой паук. Ну, наконец-то. Ну и что дальше? Ну давайте попробуем. Это вообще, блин, не весело. Некомфортно он застрял. Она застряла. Она застряла. Блин. Блин. Клин Блинтон. Убивай его быстрее. Увози за 100 морей побыстрее. Еще быстрее. Вообще быстро. Ага. Ну, отравление. Че не действует-то? Фух. Комната с ангелом. Дай нам что-то классное. Это тебе книга, говорит, которая тебе не нужна, потому что ты читать не умеешь. И у нее глаз нет, как она будет читать. Ну, хотя бы серое сердечко возьмем. Спасибо, ангел. Ты такой милый. Ну, типа того. Ну, вот он бомбу дал, чтобы мы вот это все взорвали. Поэтому сейчас придется толкать этот сундук к горшку. Хотя тут, может, еще что-то есть. Ключ есть, монетка. Ну, может, аж к монетке его толкать? Там-то наверняка будет монетка. Тут, скорее всего, какая-нибудь пакость будет. Ну, ладно, посмотрим. Так и есть пакость. Ну как, бомбу хоть вернули. Угу. И что мы с этой бомбой-то еще можем сделать-то хорошего? Ну, давайте еще вот это взорвем. Ну, тут-то уж будет монетка. Вот скоты. Надо было брать вот ту монетку, взрывать, и это было бы отлично. Зеленый шприц. Чего-то не помню, что такое. Скорость и дальность стрельбы. Ну, как бы... Чего-то не впечатлил. Все какое-то ужасное. И... Реролинуть-то уже и нечем. Не так, чтобы было чем, но все равно вообще нечем. Сейчас еще раз. Нет. Точно нет. Точно идем дальше.
Ну, я так и знал, что так и будет. Ну ладно. Монетки. Где ваши денежки? Давайте сюда. Нету. Ну и зря. Вот у нас, оказывается, два красных сердечка было. О, помощник. Да ладно. Выдали помощника, теперь они будут удваиваться как надо. Святой выстрел. Нет, это какое-то эксплозиво. Что? Что? Это часом не липкие бомбы, которые вот это он пускает. Они будут прилипать к врагам и взрываться иногда. Ну, типа того. Ну, хорошо бы, если так. Опять тут нету машины для рерола. Почему? Вот это действительно, почему? Это как-то неправильно, так не должно было быть. Ну, ладно. Вот это возьмем просто потому, что... Вот. Кстати, можно и вот это взять. Потом. Если захочем. Один ключик есть. Желтый шприц. Ну, нет. Нет, извините. Ну, в общем, все. Надо идти. Идем. Так, удвоились. Ну, нормально, что. Ядовитый. Во, да, это липкие бомбы. Хе-хе-хе, липкие бомбы. Это прикольно. Налепила бомбу. И уходим побыстрее. О, да-да-да-да, вот это вообще классно. Только чтобы нас не задевали эти чудо-бомбы. Потому что они так и к жадности будут прилипать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, подождите, что вы делаете? Что вы там делаете? А ну не делайте это. Вас не так поймут. Кто такие маски? А почему маски? А, потому что там есть. Уже нету. Да ё-моё. Как это я увернулся? Не знаю, но спасибо. А это была восьмая волна. Хо-хо-хо-хо. Ну, теперь боссы, естественно. Так, это у нас какая-то гордыня, а это дыня. Нет, это монстра 2. Почти дыня. Он хитрый, он выпрыгивает из налипших бомб. Это зря я туда так вот так вильнул. Затупил. Ну, вот они налипают, но когда он спрыгивает, они отлипают. Это нечестно. Ну сколько ему там еще? Ему так достаточно много. Эй, ну взрывайтесь же. Ух ты, блин, опять попал. Причем целое сердечко отхепал. Ничего себе, какой дерзкий этот монстро, что он себе возомнил там. Ай-я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 й. Еще чуток. Да, но как-то ожидал я как-то побольше от этих бомб, но нету и нету. Лучше бы это был святой выстрел, вот действительно было бы прикольно. Но он обычно не продается, он обычно у комнаты с ангелом бывает. Так, итого. Что-то мне это тоже уже не нравится. Что себе придумали. И они тоже будут выпрыгивать из бомб. Ну, не всегда. Подождите-ка. Ох ты, ё-моё. Куда же я попал? Ай. Отлично. Просто супер. Еще чуток. Он выпрыгнул, вот скотина. Да мы так на здоровье-то разоримся. А предлагает комнату с нечистым. Не хочу я туда. Ну ладно. Конечно, троллибомбы. Ну, еще бы. Еще бомба. Да что это за такая комната вообще? Фу. Фу какой. Фу таким быть. Так, двойная зарядка. Это надо взять. Это все надо взять.
И вот это надо взять. И вот так. Вот. Да. Двойную зарядку накопить и врубить на жадности, чтобы было не два помощника, а больше. Что-то уже меня эти бомбы пугают. Ну, могли бы хоть монетку дать. А, жлобы еще те. Что-то здоровья нет. Дамага особого нет. Ну-ка, что дают? Повышение всех характеристик. Ну, типа, не ной, вот оно. Маловато. Это шапка будет, которая даже иногда стрелять должна. Как классная шапка. Такую бы, чтобы не купил кто тоже шапку. Так, тут что творится-то? Ключик. Батарейка, всякая ерунда. Зато вот это можно реролить теперь. То уж. Уж нареролить то можно тут ого-го сколько чего. Но зачем? Что за глупый вопрос? Рероль и все тут. Она подлетает и взрывается. Ну, это же неправильно. Так не должно было быть. Что-то зло какое-то. Ай! Ну чё нажалось-то? Оно само нажалось, я не хотел. Белое сердечко. Это круто, только как бы его так взять и не взять? Ладно. Взять и не взять. Это глазищи, которые делают... Ой-ой-ой, бобо. Ну, это вообще капец. Так, ребята, уберите их подальше. Особенно вот этих всех. И вот этих всех. Что-то где-то взорвалось, лишь бы нас это не касалось. Вот так, я думаю. Вот. Была восьмая волна. И белое сердечко. Ну, белое-то мы возьмем. Ох, кстати, это еще не все. Но после босса. Боссов. Стоп, а кто там был еще? Гурлинг. Ай, вот кто это был. Капец, это был. Это полный капец какой-то. Так, ну это еще куда не шло. Больше бомб. Вот это другое дело. И что теперь? Я даже не знаю. Боюсь идти вот туда, может, не надо, нет? Давайте мы не будем туда идти. А тупо возьмем белое сердечко и уйдем с ним дальше. Это будет нормально. Нет? Что это за такая штука за 7 монет? Не знаю. Нет. Не знаю. Из этого всего... Ну, давайте попробуем. Ну, вдруг... Угу. А может... Все вообще не в тему. Вот все не в тему. Это двойная зарядка будет, а на ключ уже не хватает. Трин-дрин-дин. Обойдемся без ключа. Двойная зарядка, точно, теперь она двойная. Это классно. Еще как классно. Блин! Обфекалью. Ах ты, обфекалья, все из-за тебя. Ну ладно. Дело-то такое. Вот повышение здоровья, классное, классное. Это у нас последний уровень, где есть комната с артефактом. Тут была бомба, она взорвалась, спасибо. А вот и ключ по дешевке. Ну, может, тут нам что-то поможет теперь. Больше слезок. Ну, ладно, хорошо, больше.
Фекалии, в которых ничего, монетка и некий глаз. Да, тройной выстрел. О, так круто. Вот это вот, кстати, внезапно как бы в плюс. Ну тут что? Нам надо что-то, что усиливает дамаг. Что из этого усиливает дамаг? Без понятия. Но вот это точно надо взять. Чувствую, мы так денег-то не донесем много. Ну ладно, хоп. Хоп. Сразу два. И выносим всех двумя. Кто попал по нам? Блин, это не наши помощники. Ну, конечно. Это не наши мухи. Это вообще не наше все. И ведь попало опять. Я не знаю, столько народа. Что-то как-то... Спасибо, прямо в харю. Вот, прямо в самую харю и залетела. Так, это же еще не боссы. Нет, это просто так себе никто. Вот еще, просто так себе никто. Ой-о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 й
ж вы где выберетесь? Их столько, что я уже путаюсь. Где кто? Одно сердечко, между прочим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, давайте мы вот это увеличим. Типа их два. Еще вот это сердечко, типа, ну, так и надо. Ну, еще бы одно взять, но нету уже. Печаль, беда. Как его, какая большая налипла. Липучая бомба. И чё? И ничего. Вот внезапно. Ну ничего, вроде успели. Только чтоб не крутили. Только не это. Взорвись. Отлично. Ну как отлично? Так себе. Бери монетку, не нажимай на кнопку. А может нажать на кнопку? Получим что-то нехорошее. Хм. Не хочу я туда идти. Там одни неприятности в этой комнате, так что не хочу я туда идти. Шли сюда лучше. Тут тоже не особо весело, но не так и плохо. А тем временем... За 10 монеток. Зачем ты взял ключ? Нажал. Вообще зашибись. Пусть его там задамажит уже эти злые бомбы. Отлично. И вот этого тоже можно так вот. Тоже вот так вот. Так вот как-то. Ну вот, ангел даст, что даст? Головобогу. Головобога и существо теперь у нас. Ну теперь-то круто. Теперь-то заживем. Наверное. Даже не знаю, как, что, почему, ладно. Я специально ключ взял. Нет, не потому что. Я думал, вдруг там будет ангел, а он, как вы видите, был. Все как надо. И с ним вот такое произошло. Так, что из этого всего теперь нам поможет? Я даже не знаю. Здоровья нет. Денег что-то тоже не видать. Что тут может быть? Ну, за 6 монеток-то. Ключ есть, спасибо. Ну, я бы вот это взял, вот эту штуку. Ну, кажется, и дамаг увеличивает, и скорость. Вот это надо взять. А остальное больше ничего. Что нам еще? Все. Ну, сердечко, но это уж потом. Опаньки, жадность. Из-за нее ничего не дадут. Печаль, беда, огорчение. Кто там еще? Ой, тут еще черви. Вот, мы берем помощников двух. Наверное, нам столько хватит. Очень надеюсь.
этого комплекта. И будем дамажить ими. Почему так печально, чтобы сохранить два заряда на жадность? И надо будет как-то поаккуратнее с боссами. Ой, здрасте. Ну, голова бога, я смотрю, решает по-крупному. Но денег не так, чтобы много. Я бы сказал, даже мало. Очень мало. Ну, это надо взять. Damage и дальность. Вот, вот, типа, увеличилось. Так, я это вышел и... Печаль. 6 монет. 6 монеток. Это все, что мы донесем? Донесем ли? Здрасте. Внезапно как-то вот... Серьезно? Что, правда? Да ладно. Он как-то сдох. Я не трогал, он сам. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится-то? Ой-ой-ой, что творится? Тут вообще никуда не годится. 15 монеток, это их... Донести бы вообще эти 15 монеток. Ну, будем нести уже 15 монеток, что делать? Что такое-то? А, муха. Ёх. Ёх-моёх. Окей. Ну, окей, чё? Чё теперь? Две жадности, за которых, надеюсь, деньжат дадут. Хоть чуток. Чуток деньжат. Скидка в магазине. Боже, как в тему. Ультражадность. Здрасте. Тут нам как бы дамаг пришел. Ё-моё. Чё-то это перебор. Ох, сейчас ее бомбами там проколбасит. Не, ну так-то круто, чё. Где-то было, вот здесь, конечно, тут. Опять ключики. Ну что ты за зло? Ты коснулась. 14 монеток. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот тут он все-таки взорвал кого-то. И хорошо. Шестнадцать монеток. Обалдеть. Опять это хотела нас коснуться монетка. Не давать этого делать. Да, вот там взрывай, взрывай, взрывай больше. Блин, он собирает, что взрывает. Это невесело. И чё теперь? Ну ладно. 3% заживания автомата. Так мы даже 16, может, не сгрузим. 829 монет. 4%. Всё, 845. Остается 54 монетки. Ну вот, а вот это, кстати, неплохая штука. Wells of Hells. Что при... О, смотрите-ка, ее взорвать можно. Может, мы ее сейчас взорвем? Можем мы как-то взорвать, чтобы оно взорвало вот этих чуваков. Само себя оно не может взорвать? А, жаль. Ну ладно. Блин, было бы хорошо, если бы оно... Поздно. Ушли и ушли. Остается еще 155 монет или 154. Так что... Если по 15 монет, это еще, дай бог, по 15-то, это еще не больше 10 таких вот
доходов надо сделать. Ну что, это радует? Сейчас увидим, как его радуют. А ну, радуйся. Радуйся. Я сказал, радуйся. Улыбайся бегом. Улыбайся. Ну вот, другое дело. Прошли и окей. Хотя, конечно, могли бы занести больше монеток. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем гриндить дальше. До новых встреч.